А я вам буду сейчас показывать и рассказывать, что же нам нужно делать для того, чтобы потренировать эту область, для того, чтобы носогубные складки у нас в этой области разгладились. Троечки имеются. Отлично. Давайте делаем диагностику, да? Сейчас будем делать уже само упражнение, которое будет тренировать эту область, но перед тем, как сделать это упражнение, нам нужно будет вообще понять, а что там, а где там эти мышцы. Для этого нам поможет очень простая вещь – улыбка. Мы сейчас должны поулыбаться и почувствовать, как отчасти нам помогают в улыбке в эти мышцы. Когда мы улыбаемся именно щечками, не просто вниз, да, а именно на уголки наверх. Вот здесь эти мышцы сейчас нам помогают в работе. За улыбку, конечно, у нас отвечают немного другие мышцы, но эти здесь мы тоже можем почувствовать. Что мы делаем дальше? Сейчас нам нужно открыть рот, занять прямое положение спины, подбородок сделать параллельно полу и открыть рот. Губы собрать очень узко. Собрать так, чтобы у вас натянулась вся кожа на щеках. Разгладилась носогубная складка. И сейчас из этого положения вам нужно попробовать сделать улыбку, но при этом уголки губ должны оставаться на месте. Вы работаете только за счет малой и большой скуловой мышцы. Смотрите, как это получается. Я показала вам, как это выполняется. Сейчас мы с вами делаем вместе это упражнение, потому что я хочу, чтобы вы его запомнили, и я хочу, чтобы вы потренировали уже сегодня свои прекрасные лица. Для этого мы садимся ровно, подбородок параллельно полу, открываем рот, узко собираем губы, смотрим, чтобы разглажены были носогубка и натянуты все щеки. И из этого положения делаем улыбку, но стараемся держать на месте уголки губ, чтобы в улыбке они не расползались. На счет 3 делаем 30, а то и 40 повторений. Я вместе с вами. Закончили.